Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, сейчас... может... Я не знаю, ребята. Начинать ли нам делать уже Rare Candy или нет? Не знаю, еды, в принципе, пока что хватает. Да, так. Ну что? Что бы нам делать? Сколько нам там уровней нужно прокачать? Винозавру 5, Фирову 10, Агрону 3. Так, сейчас. Это кто у нас? О, тебе можно убить. Я так думаю, смотрите, ребята, да... А, да, конечно, ты уже пропал. Смотрите, я так думаю, что... Давайте еще Агрону прокачаем 3 уровня, да? За то время, пока мы прокачаем Агрону 3 уровня, может, еще там пару уровней прокачаем Фирову и Винозавру. Когда он будет 50-й, начнем прокачивать с помощью Rare Candy. Начнем их покупать и прокачивать с их помощью. Я так думаю, будет, в принципе, нормально. Так, а вот это где? Вот ты. Вот ты тут. Так, отлично. Это тут у нас кто? Эконс, тебе тоже можно. Так. 15-й, 50-й. Капут, это еще, в принципе, нормально, так нужно будет прокачивать. Иди-ка ты сюда. Отлично. Так. Тут у нас кто? О, отлично, еще один Мэджикар. Ну что, давайте, уже просто так, чтобы прокачать эту команду, да и все, и просто уже... чтобы начать прокачивать следующую, потому что это уже немного как-то затянулось ее прокачкой. Где ты, Magikarp? Так. Нет, уровень не дала, но все же. Давайте сначала пойдемте домой, ребята. А потом пойдем еще, может... О, так, сейчас, секундочку. Голит. Ладно. Потом пойдем еще, наверное, поохотимся немного на вот этих, на Снорлаксов, да, заодно как раз поищем боссов и их тоже поубиваем. Чтобы, в принципе, уже нормально так вот этих было. Ну, яблок, так как у нас сейчас 12 штук, а чтобы прокачать Винозавра Эфирова до 60 уровня, нам нужно 15. Это только на их. Потом еще 13 Раркендии для Агрона. Поэтому, ребята, нужно как-то по-другому это все. Ай-ай-ай-ай. Так, ладно. Снорлакс. Так, ну что, полетели, ребята. Так, ух, капут, купил я себе новую мышку. Что-то вообще как-то пока что неудобно. Или мышка такая, или это всегда так. Ну, в принципе, и всегда так сначала, да, неудобно. Просто как-то, не знаю, слишком неудобно. Что-то я вообще как-то не могу нифига толком делать. Так, Снорлакс, ты где? Отлично. О, нифига себе, с него еще и арбуз падает. Вот ты капут, чувак. С тебя вся еда падает. Ну, где ты? Во, отлично. Так. Ну, еще два яблочка. Ой, Винозар 56 уровень. Вообще офигенно. Так, ну что, полетели в эту сторону. Два уровня. Два яблока еще себе выбили. Уже 14. Как раз, чтобы прокачать Винозавра и Эфирова до 60 уровня. Но еще нужно Агрона, ребята. Еще давайте еще немного поищем. О, это кто там у нас? Лайрон. Ах ты ж, ладно, не будем мы его ловить. Лайрон у нас уже есть шайни. Поэтому нет тут смысла. О, еще один. Снорлакс, ты где? И отлично. Ух ты, два яблочка сразу. И кому-то мы уровень прокачали? Агрону, да? Нет, Инфернейпу. Ладно, Инфернейп, 65 уровень. Так, это кто?
Пиджи. Нифига себе ты так заспаунился, Пиджи. Так. Так. И еще раз. Ух ты, нифига себе. Все подняли. Вроде все, отлично. Так, ну что, полетели дальше? Куда-то вот... О, еще один. Это у нас Лайрон, он в земле, да? Да, туда мы не будем идти, ребята. Давайте куда-то вот сюда. О, еще один. Только не в земле. Magikarp, отлично. Magikarp, Magikarp. Сейчас бы тебя... Где... О, вот и сразу вот тут. Отлично. Так. Полетели дальше. Куда мы летим? Тут я не знаю. Тут... Ну, в принципе, в этом лесу уже Снорлакс тоже вроде спанится, да? Поэтому посмотреть можно. Это кто? О, Абра. Вот только, чтобы ее убить, нужно немного... Ага, ну понятно. Так. Фиг его знает, сможем ли мы ее убить, эту Абру. Так, с одного удара. Отлично. Так, полетели дальше, ребята. Сколько у нас там? 16. О! Еще Снорлакс. Еще. Где ты? И вот так, отлично. Еще, ух ты, еще два яблока так сразу. Офигеть. Уже у нас 18. Это вообще офигенно, ребята. Еще два уровня бы прокачать. Еще три уровня бы прокачать Агрону, и было бы вообще отлично. Так, это у нас тут кто? А, нет, он в земле, да? Туда мы идти не будем. Вот поищем еще Снорлаксов. Снорлаксов. О, там Шани был, там Шани был, там Шани был, если он не пропал. Сикинг. Я не знаю, ребята. Ну, в принципе, нормально. У нас просто и болов-то нету толком, и... Я не знаю, сможем ли мы его словить, ребята. Хрен его знает. Просто нету даже чем его словить, ребята. Мастербол я на Сикина не хочу, если честно, тратить. Я понимаю, что у нас 5 мастерболов, но все же. 5 мастерболов, 5 мастерболов. Если бы еще там Гул'дин был, ну, даже если бы Гул'дин был. Вот поэтому, ребята, нужно себе... Нет. Ну ладно, если ты... Убили, так убили его. Magikarp, вот ты там. Еще бы у тебя попасть. Так. Вот поэтому нужно все-таки ультраболы, даже если мы не ловим никого, да, то ультраболы всегда могут пригодиться, если вот, вот как, например, сейчас, да, нам нужно было словить Шани, но у нас не было ультраболов. Так, кто там у нас? Кто там у нас, может быть? Тут никого. Кто нам пока что нужен? Так что давайте-ка мы... Ух ты, что бы выкинуть, что бы выкинуть? Это выкинуть. Это тоже. Так, арбузик с него выпал. Нифига себе. Снорлакса. Так, в этих лесах он тоже вроде. Иногда бывает. Вроде. Давайте полетим туда. 18 яблок. Еще может пару так Снорлаксов найти. В принципе, будет вообще офигенно. Если бы мы их нашли. Нифига себе, горище. Так, это кто там у нас? Диглет. Нет, Диглет.
Мы на эту гору залетаем, уже и покемон начинает обновляться. Так, ну тут чё-чё-чё-чё-чё-чё даже вообще нету Снорлакса, чё-то я его не вижу. Так, это у нас там кто? Пиджия можно убить. Пиджия можно? Где ты? Ух ты, если бы еще попадали. Во, наконец-то. Так. И вот так, еще раз. Так, кому мы там прокачали? Отлично, в принципе. Мы прокачали уровень Фирову и один уровень Агрону. Ребят, на два раркени нам уже меньше использовать. О, это кто? Чармандер? Привет, нет, Чармиллион. О, еще боссик. Это у нас там кто? Так, сейчас. Да, чё... Давайте посмотрим. Тут у нас матчоп, а тут у нас матчоп. Ладно. Если успеем, ну, в принципе, мне кажется, что один пропадет там 100%, но... Так, этого я не знаю, сможем ли мы убить. Нифига себе. Так, что там выпало? Куча вроде всего выпала. А чтобы нам выкинуть... Ух, я вижу, ты очень хочешь напасть, чувак. Так крутишься тут. Аж толкаешь. Да иди ты в... Слышь ты. Да я сейчас лезу и сам нападаю. Вот, отлично. Так, чё бы тут, чё бы тут, чё бы тут выкинуть, ребята? Что нам, в принципе, не очень нужно. Что мы не сможем продать в магазине, когда мы его сделаем. В принципе, это можно выкинуть. И вот еще стоун лучше взять. Фух, я даже не знаю, ребят, что бы выкинуть. Это у нас есть, поэтому выкинем. Так. Отлично, полетели дальше, ребята. В какую сторону? В принципе, давайте куда-то сюда. Может еще хотя бы... О, как раз, Норлокс, ты где? Ух, если бы ты еще так... Во, наконец-то попали. Ладно. О, отлично, 19 яблочек. Ну ладно. Так, я думаю, в принципе, может нам уже домой пойти. Уже ночь, так что давайте-ка мы домой, ребята, пойдем. И как раз вот это все сундуки поскладываем. Охренеть, да там даже высоты-то толком не было. И во-вторых, у меня же команда была включена, чтобы вещи не выпадали. А вот сейчас... Ладно, сейчас, секундочку. Так, ребята, ну что, вернул вещи себе, да? Я не знаю, вроде я включал команду еще на начале, когда в начале сезона я хотел играть с мобами, да, но потом выключил мобов, а команда что-то как-то пропала. Фиг его знает почему. Ну ладно. Да, в принципе, просто и прыгнул, так вроде там не очень большая высота была, а может большая, фиг его знает. Так что, ну, в принципе, давайте пойдемте дальше. Кто там у нас? Magikarp. Так, ну что, давайте посчитаем, сколько нам еще нужно. Нам нужно еще 16. Да чё ты? Нам нужно 16, нам нужно... Нет, нам нужно 13. 13 раркенди, чтобы прокачать Венозавра Фи... опять ты пропал, твою ж... нам ну... Да чё, и опять, я же вроде хотел поскладывать вот это все сундуки, да? Нам нужно 13, чтобы прокачать Венозавра Эфирова. Потом 12, чтобы прокачать еще. Ну, как бы нормально, еще так 25. 25 раркенди нам нужно. А мы сможем себе 19 сделать. То есть нам еще или 6 яблок нужно, или еще 6 уровней кому-то прокачать. Так, давайте сначала вот это все поскладываем.
Это тоже вот сюда. Отлично. Сюда. Вот это все. Хлам или что там, еда. Еда можно, еду можно сюда поскладывать. Яблочки пускай тут будут, отлично. Так, это у нас там кто? Кто? О! А там у нас кто? Вот я не знаю. Давайте сначала к этому побежим, а если там тот останется, не пропадет, то в принципе его тоже еще сможем убить. Что я не думаю, так как он уже, наверное, пропал. Ну, ну ладно. Этого мы сможем убить. Так. Отлично. Кому уровень? Агрон уровень прокачали. Отлично. То есть еще на один рар кенди нам меньше. То есть уже 24 нам нужно. Так, ну что. Следующую команду уже потихоньку нужно думать, кто будет. В принципе, я и толком еще не знаю. Да, в принципе, любых возьмем, кто там у нас есть в компьютере, да. Так, опять покушать нужно. 19. Кого бы нам еще прокачать? Так, тут у нас ничего не ж... нет. Давайте посмотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нормально, так, нормально. 6, в принципе, нормально. Так. А тут только еще одну нужно. Ну ладно. 6 яблочек. Хм. То есть кому мы сможем прокачать? Ну, винозавру, да, еще немного афирову. Вот сейчас, ребята, нам нужно будет покупать, начинать покупать уже яблочки. Давайте еще соберем. Соберем тростник. В принципе, тростника у нас и так пока что хватает, но все же, раз он тут растет, почему бы не собрать? Так. Отлично. Все собрали? Ничего не... Нет. Так. Тут еще все недозрело, да? Тут у нас уже все пережарилось, по идее, да? И вот тут тоже, да. 30 уровень, офигеть. Так, это мы сюда складываем. Тут у нас получится просто нереально большое количество... ультраболов, 1,5 стака. Ну, потом можно уже начать себе делать. Верстаки, да, верстаки у нас тут есть. Уже можно, в принципе, будет начать себе делать, ребята. Так, чтобы сейчас. Я хочу только посмотреть, сколько у нас там есть вот этих всех шапок и ресурсов, чтобы понять, сколько у нас алмазов будет, если мы это все продадим. Что-то мне кажется, что очень нахрена. Если вот так тут посчитать, сколько у нас тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 алмаза. Если посчитать, что тут у нас есть по 4, по 5, по 6 штук, то есть тут уже около 80 алмазов будет, если не больше. Охренеть просто. А вот тут сколько? А вот тут только вот эти лечилки, да? То есть у нас тут уже 20, 24, 31 алмаз, только вот эти три лечилки. Охренеть. Тут еще 10 лечилок, тут 17 лечилок. Какие лечилок? Алмазов. 17 алмазов, 17 алмазов, 9 алмазов, 7 алмазов, 11 алмазов, 9, 20 алмазов. Охренеть. С этим покерадаром тут столько вот этого всего можно набивать, что это капут, ребята. Так, это еще и вот это еще. Офигеть. Так, тут у нас давайте-ка мы вот это возьмем. Вот это возьмем. Сделаем, ребята, себе стаки. Ну как, стаки, блоки. У нас там сколько было, если я помню. У нас там было... Еще одного не хватает. Так, еще одного не хватает, но 7 блоков редстона, это у нас вроде сколько? Я, если честно, не помню. Сейчас пойдем посмотрим. Так, ладно, динозавр. Динозавр.
Отлично, 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 отлично. Еще два алмаза, можно и так сказать. Сколько у нас 7 блоков редстона, если честно, я не помню. Вроде, ну фиг его знает. Так, давайте еще, вот. Еще, ребята, лазурит нам нужен. Там тоже вроде нормально так блоков получается. 4. 6. Так, отлично. Сейчас давайте пойдемте посмотрим, ребята, сколько там у нас получится. Это давайте поставим вот сюда. И сразу же можно вот сейчас и золото купить. И посмотрим, ребята, сколько у нас там раркенди получится. Так. Магазин, магазин, магазин. Нужно же себе магазин делать, а то что-то как-то... 24? Офигеть. Офигеть. Так, что нам еще нужно? Глоустона у нас более-менее так там есть. Ну, в том смысле, что... нам нужно будет за глоустоном, ребята, сходить. У нас, может, там полстака есть глоустон, а покецентры тоже не бесконечные. Если грабить покецентры, то... их нужно искать. А так можно пойти хотя бы раз в арму, много себе глоустона взять, да и все. И, в принципе... и будет у нас много глоустона. Так. И давайте себе еще сейчас сделаем. Сколько у нас там получится, фиг его знает. 6. 7. 8. 9. 9. Отлично, вообще, ребята, отлично. 15, то есть как оно там делается? Вот так, ребята. Наши 15 первых рар кенди. За 15 рар кенди мы себе сможем прокачать Агрона и Венозавра. И нам останется 9 уровней для Фирову. Хм. Или я так думаю, что еще пару уровней нам можно будет прокачать. А потом, если что, еще что-то купить. В принципе, да чё ты нападаешь-то так? В принципе, ребята, давайте, я так думаю, на этом уже закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.